Как-то... Где ты? Черт! Дай! Ударила по спине стулом. Привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Как я и собирался, я вернулся в тот дом с креслом-качалкой, в котором сидел призрак. Нет. В этом кресле сейчас сидит призрак. Призрак при помощи доски Уиджи сказал, что его тут держат. Ты? Оно меня держит? Многие из вас предположили, что это зеркало. Но зеркало не могло бы ответить «я» на мой вопрос, кто тебя тут держит. Кто вас тут держит? Черт. Я? Кто ты? Поэтому это не может быть зеркалом. Но зеркало здесь точно имеет какую-то важность. Оно скрипело в тот момент, и с него свалилась простынь. Будто кто-то вышел из него. Это что, зеркало? Сегодня я решил обезопасить себя кругом из соли. Соль, к сожалению, обычная, я не смог раздобыть четверговую соль. Чтобы соль не просыпалась в половые щели и не разорвала этим круг, я перед этим положил пленку. Также черной пленкой я закрыл практически все окна, чтобы никакой свет фар с дороги не мог попасть в этот дом. Кресло также осталось в кругу, так как я думаю, что у призрака есть привязка к этому креслу. И я хочу попробовать наладить контакт и поговорить с этим призраком, так мне кажется, что он мне не желает зла. В прошлый раз при помощи доски он сказал, что его тут держит. Сегодня я постараюсь продолжить разговор с ним при помощи этой доски. Итак, друзья, я сейчас нахожусь в кругу. Сегодня я использую тепловизор. Он следит за креслом, за мной. Изображение передает на планшет. То есть я смогу, если что, увидеть. Если кто-то будет, также использую, получается, два планшета. Они передают изображение со столовой и с кухни. А с кухни оттуда, откуда послышался тому человеку хрип мертвеца. Также в столовой у меня установлены приборы Эми и кукла. Сегодня я постараюсь не выходить из этого круга. Как-то тихо, очень тихо, какая-то странная тишина, даже пугающая. Призрак, который был в прошлый раз в этом кресле, который заточен в этом доме. Ты можешь выйти со мной на контакт? Thank you.
Там есть то? Там есть то? Там есть кто-нибудь? Не могло показаться. Там что-то черное принеслось. Это ты? Призрак, заточенный в этом доме. Я обращаюсь к тебе. Я точно видел что-то. Не знаю что, но что-то видел в лучах фонарика. Я обращаюсь к душе. Что за ерунда? Твою мать. Эта деревня отключена от электричества. Будто бы ко мне приближается что-то страшное. Это нехороший знак. Эта банка в прошлый раз прилетела мне прямо в лицо. Как-то птица взялась. Кто этот? Твою мать. Это птица или кто? Твою мать. Thank you.
твою мать. Это летучая мышь. Друзья, здесь творится что-то ужасное. Я не знаю, способен ли защитить меня круг из соли. После того, как я положил в руки на щелток, начал моргать свет. Происходит что-то за стенкой. Такое чувство, что дыхание, но это не самое страшное сейчас. В круг залетела летучая мышь. Не знаю, откуда она взялась, и я еле от нее избавился. В доме кто-то находится, это точно. И я чувствую его. Не могу сказать, это призрак или что-то страшное. Призрак. В этом доме. В этом доме. Вы тут? Я не вижу на тепловизоре никого в кресле. Вы находитесь в кресле? Это вы? Охренеть. Она ответила да. Вы можете пройти через круг соли? А тот, кто вас тут держит, может пройти через этот круг? Нет. Это хорошо. Вы можете сказать, назвать имя того, кто вас тут держит? Зло? Где ты? Где ты? Скажи, кто он и как его зовут?
Кто ты? Какого черта тут происходит? Что, твою мать, происходит? Кто ты? Итак, друзья, подробно описывать конец, как я понимаю, нет особого смысла. Вам и самим все стало понятно. Но вкратце скажу, что когда начало все происходить, полностью погас свет. Начало что-то двигаться, и, по-моему, меня ударило по спине стулом. Может быть, чем-то другим. В полной темноте, на ощупь, я побежал к выходу и выбрался с этого дома. Как я выяснил, там не было никакого призрака. Там есть только зло. Возвращаться туда пока я не планирую, так как нет смысла, там нет того, чего я ищу. Ну а на этом, друзья, все. До скорых встреч.